Ученики Минской школы Эмгинского улуса отправились в традиционную конную экспедицию. В этом году экспедиция пролегает по маршруту Эмисы, Амга, Битюнь, Абага, Сагы. Этот проект начался в 1995 году Николаем Уваровым, который в то время работал учителем. В конном походе участвуют 12 школьников и 4 взрослых, которыми руководит директор школы Гаврил Захаров. В этом году из-за утолщения снежного покрова экспедиция проходит по автомобильной трассе, что представляет опасность и требует от участников внимательности. Конечная точка маршрута – это местность, где путешественники примут участие в реконструкции легендарного сражения. Поначалу, да, есть трудности. Обычно дети, в основном те ребята, которые еще не ездили на конях. И сегодня у нас еще есть дети из города Якутска. Вот, отец сам с ними. Ну вот, особо не затрудняются, как бы все выдерживают. Ну, для этого и все делают, проводятся такие мероприятия, чтобы вообще по жизни они были стойкими, выносливыми.